Значит, ну, если вы все время прокручиваете одни и те же песни, то вам надо идти в пивуны и ездить по нашей необъятной стране и петь песни. Тем более, раз вы не устаете от этого. Значит, ну, это в качестве шутки. Но если вас внутри крутится, значит, надо занять свою голову чем-то более важным. Тем, что животрепещет для вас. То, что является очень актуальным, важным, от чего зависит ваша жизнь. Займите свою голову, песни перестанут звучать. А ведя образ жизни такой без особой задумчивости, вы, конечно, будете жертвой вот этих самых песен. Потому что наш мозг устроен так, что если многократно повторять самую бездарную песню самого бездарного исполнителя, то после сотого прослушивания она у вас будет воспроизводиться. Таким образом, делают промоушен вот этих вот бездарных шепелявых певцов, которые заполняют наш эфир. То есть навязывают вам сначала прослушивание, а когда вы запоминаете, ваш мозг вас обманывает. Он очень любит узнавать, а не познавать новое. То есть это приводит к экономии энергии. Да, действительно, прослушивание одной и той же песни экономит вашу энергию, а не вызывает к ее расходам. Попробуйте заставить свой мозг работать, то есть расходовать энергию, и тогда навязчивые песни у вас в голове исчезнут. До свидания.